Всем привет, с вами Спектр Эрика, мы продолжаем проходить Персону 5 Рояль. Так, нам нужно дождаться, пока будет возможность связаться с Футабой, чтобы продолжить. И что? Чтобы Моргана не вернулся, я не могу ничего делать? Ну ладно, ложимся спать тогда. О, вот и Моргана. Ты что, собрался ложиться спать, даже не зная, где я? Как ты об этом узнал? Я исследовал дом шефа. Я не думал, что наша Алибаба может быть так молода. Молода? Ну, она примерно того же возраста, что и вы, ребята. По крайней мере, ее голос звучит довольно-таки молодо. И у нее длинные волосы. Но она точно не взрослая. Она точно слышала все наши разговоры с шефом, и она хакнула наши чаты тоже. Даже если она сама не может победить миджедов, то у нее точно определенно есть какие-то зацепки. Ну, кто она? Все, что мы можем, это положиться на Футабу, чтобы подобраться поближе к миджеду. Давайте завтра здесь все встретимся, снаружи слишком жарко. Напиши об этом всем. Сакура Футаба. Каножо не Паресма? Таба Сакура, у нее был один из этих дворцов. Подожди, получается, пока Миджет выбрала целью вас, вы решили связаться с кем-то абсолютно не связанным с ними? Вот как Миджет. Все, что ты сказала о семье Сакура, не подходит под наше исследование. А потом подходит. Не похоже, что ты лжешь. Ну что, продолжим. Все еще непонятно, как фантомные воры разобрались с Миджедом, если их личности неизвестны. Офига. На втором внезапно повысили уровень конфиданта с ней. Хм. それにしても、イシキワカバの娘が引き取られた家が怪盗のネジロだったなんてね。ひどく運命的。時間が惜しいわ。続きを話しなさい。 Ее каникулы. Они серьезно решили прямо в первый день летних каникул это совещание проводить.
Юски, ты что, тоже ходил в школу? Я все постирал, поэтому только школьная форма у меня осталась. Тебе явно стоит купить еще парочку вариантов одежды. Так, вот выглядит так, как будто Футаба все прослушивает в Лебланке. Ее навыки хакера будут абсолютно необходимы, если мы хотим разобраться с Меджедом. Может быть, благодаря ей мы сможем даже идентифицировать, кто они. Мы должны довериться ее скиллам. Так, мы, получается, выяснили, что у Футабы есть дворец. Но разве может кто-то не злой иметь его? Это не имеет значения. Дворец — это просто материализованное, нарушенное восприятие, подпитываемое сильными желаниями. Это все. Она такая молодая, получается. Боль, через которую она проходит, которую она несет в себе, является причиной ее нарушений. Футабы еще, возможно, согласно словам шефа, слуховые и визуальные галлюцинации. Может быть, это как-то связано с важными воспоминаниями, которые она сдерживает. Ну, по сути, нам же надо просто украсть ее сокровище, правильно? Если мы вылечим сердце Футабы, это не только поможет боссу, но и она сможет помочь нам с Меджедом. Так как она сама попросила украсть сокровище, непонятно, как ее подсознание во дворце будет на это реагировать. Могут произойти разные непредвиденные ситуации. Конечно, нам надо идти разбираться с этим. То есть нам осталось разобраться только, что ее дворец представляет из себя. Пойдемте вломимся к Футабе. Почему бы и да. О, внезапно наша связь с Морганой укрепилась. О, она теперь позволяет нам делать новые варианты этих приспособлений. Неплохо. Тюрьма? Нет, не тюрьма. Оазис. И не ад. Вот бы мы могли спросить ее прямо. Надо проникнуть в дом и поговорить с ней лично. Мастер,
それしかない。ふたばはあなたに接触してきたんだ。あなたになら話してくれるかもしれない。わかった。А, все-таки проникли в дом. Но она не хочет отвечать. Почему вы здесь? Реагирую только на имя Алибаба. Если мы узнаем больше о тебе, мы сможем украсть твое сердце. Это причина, почему мы здесь, и на... почему нам нужно ключевое слово для входа в твой дворец. Вот почему мы хотим поговорить с Футабой Сакурой, а не с Алибабой. Ты не обязательно показывать себя, просто отвечай на, на некоторые наши вопросы, сообщениями будет окей. О, она согласилась. Что это дом для тебя? Дом это дом. Как выглядит этот дом? Как тебе ощущается жить здесь? Это больно. Почему? Я не могу покинуть это место. Я умру здесь. Иу. Почему ты так думаешь? Это... О, это место моя гробница. О, да, оно сработало. Главное, не забывай наш о своем обещании помочь нам, когда мы разберемся с твоим реквестом, хорошо? Ну что, давайте отправляться. Оу, и мы активировали перемещение, прямо находясь внутри. А почему они не переоделись? Футаба не видит в нас врагов, поэтому одежда не меняется. Так жарко здесь. Мы были рядом с ее комнатой, но нас выкинуло снаружи. Она не хочет никого подпускать. Так что, где дворец-то? А, вон пирамиду, мы видим. Да превращайся в машину, там я не знаю. Доедем. Как далеко ее дворец оказался. Даже сколько они едут-то? Что они там уже заснуть умудрились? Подожди, а кто рулит? Тут очень жарко. Ха.
Они наконец смогли приблизиться к этому городу и пирамиде. Ой, капец, как долго добирались. Я думаю, ее дворец это пирамида. Фараон, гробница фараона. Никто так легко нас не пустит. А, не, пустили. Ладно. Только мы при этом уже не в одежде, как мы драться будем? Нам надо подняться на самый верх этой лестницы. Это будет как раз под... У нас под самым куполом пирамида. Как-то подозрительно просто все. Ой. Здорово. Тень Футабы. Зачем вы пришли в мою гробницу? Если вы верите, что сможете украсть это, ну попробуйте. Как-то она решила не помогать нам. Что она резко прозрачной стала. Я сделала это. Я так-то убила свою мать. Что было? Моя мать существует здесь. Опа, вот мы внезапно и врагами стали ощущаться. Опять. Это она опять снова слышит эти голоса. А,
Я убила маму. Я не заслуживаю того, чтобы жить. Нам следует перегруппироваться. Оу. Взяла все. Рухнуло внезапно так. О. И проходы все радостно запечатались. Наш лучший вариант это сейчас уйти. Межедонга задамета X-дэй ва 8月21日. 21 августа этот момент, когда Меджет нас сдаст. А, спасибо, не нас даст, он... Если мы не сдадимся, нападет на экономику Японии. Нам нужно помочь Сутабе до 21 августа. Ну, наш дедлайн должен быть на 2 дня раньше, то есть 19-го. Ну, давайте сделаем наше логово Леблан. Ну и правда удобно, там ездить меньше надо будет. ピラミッド内部は何我が輩たちの墓場にならないよ。世界的ハッカー相手してピラミッドで大宝。あんたさ、なんで楽しそうなの？わ、そういえばモルガナ館の中でいやらしい目で見てたよね。 うっせ。お前らも見たろ？ああ。美しかったよな。しげし。アンダの我が輩は見てないじゃなくて変身してて見れない。不安。また。 О, это ее мать. Тень ее матери. О, фига, Хутаба подсоединилась к чату. Твое сердце более проблематичное, чем мы ожидали. Ваша работа будет вознаграждена, я обещаю. Фан-сайт уничтожен. Что страница даже не существует. Неужели это из-за Меджеда? Этих доказательств достаточно для тебя? Ну, это Футаба развлекается. Вернулся, как будто все было нормально. Саки,
Футаба нам попыталась что-то доказать. Так, а чего мы теперь... А, мы теперь можем вот такие штуки новые клепать. Нет. Ай, ладно, давайте накрафтим, что можем накрафтить. Так. Что мы еще можем? Вот эту штуку мы можем сделать. У нас кончаются материалы, которые мы можем... использовать. А все, мы больше ничего не можем. Ну, прокачали немного мастерства, тоже полезно. Нам надо нашей храбростью заняться. Опять жара. Все, поехали. Все хотят тусить. А, нет. Поехали. Ой, да боже мой, не сюда. Поехали, разберемся с дворцом, пока есть такая возможность. Сначала дела, а потом все развлечения. リムジンや飛行機ばっかりで街の飛行機が雲の上みたいなスケールだが、さっきの中心つまり悪人のタイプによっては一度ゆっくり歩いてみたい。おめえは確かに観察力ま。 よし、行こうぜ。 Прямо так вот из Лебланка. Ну и мы сразу теперь в костюмах, да. Теперь что, теперь она воспринимает нас как угрозу. Так, а он что там у нас по персонам на руках? Орфей. Значит, сюда нам не надо. Так, а куда это? Что куда ведет? Закрыто. Тут вот тоже что-то такое. Зачем оно здесь находится? Рубин. Ей! Ну не чудо ли? Ладно, поехали внутрь. Как нам теперь вот эту ворота-то открывать? Поищем другой вход. Может быть, вон
тот подземный проход, который был закрыт как раз таки. Наш путь внутрь. Что здесь мы все осмотрели и в принципе ничего ни к чему не приводит. О, Футаба нарисовалась. Здорово. Я думал, я никогда вас больше не увижу. Здесь город рядом. Я бы хотела, чтобы вы забрали то, что бандиты украли у меня. Если вы принесете то, что они украли у меня, я вам дам награду. И даже скажу, как пройти дальше. Можно больше деталей и о бандитах, и о том, что именно они украли. Вы получите всю информацию, когда прибудете в город. Окей, поехали в город. Мы же видели город вот отсюда, правильно? Ну, поехали туда. Это выход. О, а тут тени бродят. Я похож на мумий. О, это же Сэндман. Мы ж такого делали. Электричество и огонь. Чё? Ну давайте заберем его с собой. Поговорим. Так. Что здесь происходит? Ух ты, какая птица. Так, ну давайте проверять. А, ну вот, ожидаемо. Ну-ка, дай мне свою силу. Он боится умереть. Ты не монстр. Ай, ай-яй-яй. Да блин. Я что-то не то сказал, и все сломалось. Повторим маневр. Дай мне свою силу, ну. А. А второй раз это подряд не работает. Ну окей. Переговоры не случились, поэтому придется ломать. Заберем этих птичек в следующий раз. Я думаю, еще не раз они нам встретятся на пути. Так, это Сэндмана. Мы только что одного забрали. Такого. И уровень тревоги потихонечку снижается. Так, нам куда-то сюда.
О, это болото бандита? О, страшный. Блин, за ним еще бегать надо. Куда он делся? Так, тут его нету. А где его искать-то, кто мне скажет? А, вот он. Он по кругу будет бегать от нас. Ну-ка, если бы с другой стороны его третьим. Он должен быть где-то тут, вот он. О, мы все, мы смогли его загнать в угол. Я не уверен, это моя заслуга или это было заскриптованное событие, но ок. Ой-ой-ой, какая страшная штука. Курочка. Ну, давайте проверять. Нормально. Найс. Мы его еще и парализовали неплохо так. Так, с электричеством нет. Ядерные атаки. Неплохо мы его... На его подвырубило слегка. Чуть-чуть осталось. А, блин, все еще жив. Орфей утилизировал украденный папирус. О, мы наконец-то выучили более сильную электрическую атаку, то, что надо. Это вот сюда. И больную сильную, более сильную ледяную атаку, это сюда. Что, теперь мы можем возвращаться к ней? Как раз, может, она нас теперь пропустит чуть-чуть дальше.
Это карта. Да? И куда мы провалились? В зыбучие пески. Ух, выбрались. Проблема в том, что она не может контролировать свой инстинкт отталкивать людей. Вот почему. Вроде мы ей помогли, и тут она взяла и нас скинула. Так, ну давайте поищем выход отсюда. Так. О, а там вон тень бродит. О, ламия. Мы такую только-только утилизировали же. Ну, давайте прихватим. У нас же есть чем ее ударить, да? Ну-ка, дай мне свою силу. Ай, надо было согласиться, блин, зачем? Теперь придется с ней разговаривать. Да, блин. Вместо того, чтобы нормально с ней поговорить, я в итоге ее еще и вывел из себя. Простите, пожалуйста. Так, а мы еще поговорить с ней можем? Вот. Все, давайте без глупостей. Просто я забираю тебя и все. Нашли сокровище, хорошо. А дальше что мне с ним делать? О, а вот и птичка. Возвращаясь к нашему разговору. Так, пока нормально все идет. О, все, получилось. Анзу. Анзу тоже стал нашей личностью. Так, а тут нету больше никаких вариантов выбраться. И зачем мы сюда вообще сходили тогда? Так, мы вернулись туда, куда и начали, собственно. А, нет. Блин, да.
Так, во, вот здесь мы еще не были, хорошо. Ну, Сэндмана. Это выход? О, мы нашли выход. Осталось только понять, как до него добраться. О, тут песики тоже есть. Ух ты, а этой макаки у нас нету. Так, а он боится чего? Радиационных атак. Оу. Шоу-даун. Какая прелесть. 29 уровень, неплохо. Ну-ка, давайте посмотрим, что с этой стороны. О, это Анубис? Это Анубис, скорее всего. 34 уровень. Мы его не сможем захватить. Все, что нам остается, это его побить только. Так. О, мы его парализовали, мальца. О, это было технично. Блин, что-то как-то он туго идет. Пулем у него резиста. Так, вам надо проверить, что воздух. Тьму, ну давайте тьму проверим. Тоже блокируется. Физ, дамаг и воздух. Квиз дамагу нормально. О, он забыл, как использовать скиллы. Это удобно. Так, а у меня есть воздух? У кого-нибудь, да, вот здесь есть воздух. У него, получается, нет слабостей. А, мы огонь не проверили еще. Ладно. Окей. О, пришло время для шоу-дауна. А, он все еще жив при этом. Ты подумай. Так, а хорошо, а по огню чего? Тоже ничего. У Анубиса нету слабостей.
Вот 30 уровень, нормально. Так, сокровища. Ничего интересного. А, кстати, мы до выхода дошли. А нам разве не надо было с той большой тенью справиться? Чё она там, например, стояла? Я думал, она как раз истережет нужный нам проход. Ай, блин, потерялся. О, вон туда. А, мы не можем с ним сразиться сейчас. Ой, ну и ладно. Так, а вот... О, вот этих штук у нас нету. Хочу либо лед, либо воздух на нем попробовать. Вот эта фигня, слаба к воздуху. О, давайте ее попробуем забрать с собой. Да-яй-яй. Да твою мать. Блин, все, все сломалось. А, у нас ядерных атак нету. Электричество блокируется. Так, ядерные атаки проходят. А, блин, мы воздухом добьем сейчас их. Так что в этот раз забрать их с собой не получится. Вот и выход. Ну, мы смогли попасть ко входу. Что ж, на этом наша серия подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной. Я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.